Ну что, друзья, мы с вами в нашем номере. У нас тут крыша немножко провалилась. И оттуда уже боялись, что сейчас полезут всякие прекрасные виды животных. А там просто дырочка. Вот там вам видно, а там кто-то на крыше, конечно, живет. Вот там вот. Там червячки живут. Да, червячки, скалопендры прилазят уже. Ну нормально, чувак просто взял, затолкал, говорит, сейчас все починим. Ну да. Так у нас здесь просто уже столько... Наташа здесь искала, не знаю, шорты она снимала или нет. Тут уже и скалопендры вылазят всякие. Вот это одно, на самом деле, как вот мы были в заваде, там должно быть оно все вот такое вот каменное. А то, что крыша вот такая, естественно, что, видите, она уже как-то и погнулась, и прохудилась, и от дождей, конечно же, ну, блин. И от животных, которые там живут. А it's normal, it's not possible. Наташа сняла скалопендру, говорит, нормально, и она даже есть можно. Not normal, but it's not possible. Говорит, не ядовито. Ну вот видите, из чего крыша сделана, в принципе. Ну, в Африке это не есть хорошо. Даже вот в такой вот, сейчас я вам покажу, даже вот в такой вот штуке. Аккуратно, чтобы тебя не... Вы можете смотреть и раз, вон какая-то змейка вылезет. Вот. Так что просто на будущее, Оля, Наташа, выбирайте себе с каменной крышей. А как мы знали, вот скажи. Ну не знаю, надо было фотки смотреть. Да блин, ну как ты будешь... Ну так просто, ты же смотришь, тут уже вот эта вот крыша, аж видно, что она уже не каменная. Не-не-не, ничего подобного, да? У нас в прошлом тоже была такая же крыша. Ну вверху был камень. Ай. Так, сейчас стульчик, сейчас нам все, надеюсь, отремонтируют, подрихтуют, потому что, ну это... А нету там розеток тоже, да? Кто-то там, да? Розетки очень далеко от кровати, кстати, ну у меня. Так что пользуюсь Наташиной. Вентилятор, жарко. Только что созвонилась с врачом по страховке, поскольку вот там у праздники 3 дня. Не могли мне найти врача. У меня 38, 38,5. Ну ничего, подумали, какой-то респираторный вирус. Уже 37, нормальная температура. Так что 3 дня перетерпела. Вот. Наши тапочки стоят, гуляли по океану, снимали вам видео. Вот в этом номере так пока никто и не живет. Мы просили же нас переселить, когда у нас были проблемы с туалетом. Отель пустой вообще. Что там люди выдумывают, что у них отель полностью забукан и хотели нас куда-то в другое место поселить, было непонятно. Ой, ну, смотри, какой паучок. Ну, иди, какая маленькая минута. Жалко, вот тот, не видно, у нас там за туалетом живет. Там такой красивый. Он как Бэтмен, у него как плащ такой, но все как панцирь. Ну, так и есть небольшой. А его не видно. Вот там такая паутинища, и он красавец, он черно-красный, он маленький. А знаешь, что он сказал на этого тебя. Червяка? Знаешь, что он на червяка сказал? Это ненормально, но не ядовитый. Поняла? Который у нас в ванной живет. Не, вот эти червяки. А, эти маленькие, которые мы сколопили. Да, вчера это... тут на нашей фунзе ползала такая фунзия. Обратите внимание, вот она ползет. Вот это ненормально, но он не ядовитый. Вот это уже сколопендровое. Ну, что-то маленькое. Значит, опарит, наверное, они бедные вылазятся. Ну, короче. Ну, да, как бы просто они отсюда и лезут прям к нам в ванну и прям к нам. Это в вся этника, конечно, прикольно, но давайте это. Ну вот, смотрите, да, здесь вот крыша. А здесь карлсоны, которые там живут, всякие фунзи. Оно из-за этого номер жаркий, очень низкая крыша. Вот сейчас я смотрю, очень низкая. Очень номер жаркий, капец. Очень жаркий. Когда у тебя температура, это вдвойне капец. Ну да. А здесь такая фунзия ползала, мы же сняли. Ой, да, да. Такая просто фунзия. Вот примерно такая, как у Наташи жила на ее кровати, когда Наташа в шоке с телефоном такая, ай, что это, какой ужас. Червяков или кто они такие? Ой, смотри, уже этот листик распускается. Я на нем смотрю. Он распустится, успеет, да, уже распускается. До нашего отъезда успеет ли? Думаю, что успеет. Да, успеет. Так что, ну что тут уже, дом построили? Да, ну тут все еще стукает по нашей голове. Хозяева строят кухню. Вот смотрите, метров где-то, наверное, вот если это вот, это вот 1 метр от нас, это кухня 10 метров от нас. То есть все пары будут идти к туристам в квартиру, как-то это не очень правильно. А так кухня на самом деле настоящая кухня в данный момент. Видите, бутик, обогнуть бутик справа, еще идти вглубь, то есть далеко. И запахи не доносятся, это классно. Так что, ну ладно, подождем сейчас, что мальчик нам с крышей сделает, или они уже там это затыкали палкой уже все. Да нет,
Сейчас придут, да? Вы всегда будете в таком состоянии мокром. Да, то есть... Это еще мало. В декабре в Кении, в Атаму, это всегда будет вот такая вот фигня. Наташа возле вентилятора стоит. Мальчик стоял возле дверей, боялся заходить. Ведь женщина не заходила. Что к нам прилетело? Какое-то это... Мальчик с рецепции Ренсон ушел, зато другой мальчик ушел, да. Побежал он что-то, а что он посмотрел? Только пришел, уже обратно ушел. Ну, понятно, что там просто не получится. Надо там, вот тогда получится. Ладно, это я. Я паука вижу. Наташа говорит, паук Бэтмен красавец. Сейчас там попробую. Красавец, я такого не видела никогда. Посмотри, какая паутинища, ее не видно, конечно, она же прямо на это. Да, он не наводится. Ой, какой здоровый. Реально Бэтмен похож? Смотри, 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 черно-красный. Он с слюнкой, бачишь, прослюнил. Не, не видно, не видно. Не видно в камеру. Он когда на крышу, он здоровый, конечно. На сторону крыши забегает, тогда оно как бы это, на фоне его есть такое. Ну что, знаете, люди, если вы боитесь, конечно, паучков, червячков. А скалопендра, как я хотела ее увидеть, вот такая здоровая. Вам лес. Сюда не надо. Да, вам сюда не надо. Ну так не бойтесь. А что-то мальчик здесь строгает уже. Видите, пошел что-то делать. Как сказала Наташа, пальцами нет. О, интересно. Сейчас он что-то напилит, принесет. Ой, он с пилой уже идет. Кто смотрел пятница 13-е? Сегодня не пятница, сегодня воскресенье. Ух ты. Мальчик что-то заколачивает. А, правильно, он сделал эту штучку, вот такую твердую, принес. Сейчас нам подколотит. Но это он, да, правда. Так он только что стал заколачивать, и все посыпалось. Прогинается чуть-чуть, ну, нормальненько так. Все правильно, наверное, делает. Интересно, стал на стуле, но видите, как он размер подобрал, перевернул его. Ну вот, сейчас заколотит и, надеюсь, все будет нормально. Ну, вот так, два дня было, никто уже не это, и не приходил прям. Мы уже решили, что забили, да? Уже решили, ну ладно. Что следующее мы им чинить будем? Унитаз починили. Да, починили. Стены побили. Да. Следующий раз. Ну, короче, номер Фунзи уже готов. Ребята, кто будет заезжать, мы тут порядок навели, все сделали. Вот. Главное, что унитаз нам два дня, конечно. Он тек так, что по всей этой хате пол вымывали сильно. Вот. О, мальчик уже сделал все. Все? Дан? Нет, наверное, еще нет. Что? Табуреточка? Табуретка вообще класс, смотри. Ух ты. Класс. Не, боится что-то. Ладно, пошла я отсюда. Боится вставать. Но он сказал, ну так, посмотрел на меня, типа, я не встану, когда ты здесь. А куда он полез? Что-то? Может, сейчас прыгать будет, я надеюсь? Наверное, нет. О, так смотрит. Прям боится, что ли. Да ладно, не снимай. А что, там тоже это с проблем? Он сейчас на крышу полезет. А копать? Он а? Просто туда вверх лезет. Мужик, ты уверен, но ты скалолаз, конечно. Офигеть. Не понял. Так, отходи отсюда, бы сейчас, если он провалится, нам тренда. Не, я думаю, что у него как-то какие-то сваи там есть. Да нифига там нет, он, по-моему, в офиге. Да, не надо его снимать, теперь короче. Мы будем с мужиком жить. Сейчас он, лезет, сейчас он провалится. Будет. Так, Наташ, выходи оттуда, он подо мной сейчас. Ну это стрём сюда стать просто. Не, я вообще тоже боялась туда лезть. Представляешь, чувак полез, что он там сейчас вообще видит, кто там живет. А подожди, а как? Там все светло, что ты придумаешь? Нет, кто там живет? Ну скалопендрочки, ну, всякие змейки. Ну, они вот такие, парень, ты вообще наш покой нарушил. Мы не приглашали. Да? То есть он сейчас оттуда все еще подобьет. Ну как бы, ну там... Да, а как крышу починить? Не, ну тогда он сейчас правильно делает. Не по-кенийски. Ты правильно сказала, Фунзи готов. Фунзи готов, заезжайте. Фунзи — это же наш номер, если кто не знает. Тут есть еще название номера странное. Не буду это произносить. Вот киваю, тут никто не живет. Вот.
Не знаю, уже боюсь думать, что вкиваю. Наташа говорила, что там, что там, Наташа? Просто темный номер, и выходит, если у нас куда-то выходит сюда еще на светлый бассейн, выходит куда-то в ЖПП, короче, вот сюда вот. Господи, жаль, селфи-палку не взяла. Что там мальчик? Я кинула взгляд, так это, так он, по-моему, окно там одно выходит туда, вот на ту сторону, и все. Он я жив, пусть... он говорит, что-то с ней, все нормально. Ничего нет, он, ну так, темноватый, конечно. Но он самый дешевый. А, то есть не наш самый дешевый, еще он самый дешевый. Еще и дешевле. Все классно сделано. Посмотри, как сделали, да, вообще. Как красота. Прибил оттуда и отсюда. Класс. Ты что, супер. Да, ты что. Сейчас поставят кроватку. На... А ну, подожди. Держи. Да. Не хочешь пролезть? Ты что, с ума сошла? Ты с ума сошла? Нет, не надо. Ты это упадешь. Он профессионал. А как ты посмотришь? Давай, вон ту очередь, вон ту там, вон ту сиху, вот и зе. Так давай, залазь. Same way. You can't do it. Чего, блин? You can't do it. Ну что, была бы лестница, то это, а как он слезет обратно? Ну, файн. Смотри, в принципе, я могу вот сюда поставить ногу. Не надо, не надо. Давай, 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 отходи. Убери, убери эти, убери. Ну-ка, давай. Ой, я боюсь даже. Давай. А что, лестницы нету? Do you have step? Ну, о май гад. Трогательный гимнаст, реально. Офигеть, браво. 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 Обалдеть. Ты бы так не, ну его нафиг. Не, ну подожди, дай мне скалолазные тапки, я ага, подожди, а кровать они сами поставят? Не, ну, наверное, с разницей надо. Или девочка опять будет таскать? Я не могу, у них женщины как эти. Не, сейчас она будет таскать, я в шоке. Наталья, короче, дайте мне камеру, блин. Я же сказала, что не влезу. Все, я хотела только вот посмотреть. Я не хотела лазить туда. Я же не сумасшедшая. Сейчас я вам покажу, народ, я сама посмотрю. Что там, вы видите? Что на горище, да? Да, просто что на это. Я же не хочу туда влазить, конечно, он за меня испугался. Так, Наташа, посмотри, я хочу да, нормально. На носочки встать еще. Друзья мои, ради вас, ради контента, ради нашей безопасности. Сейчас сами пересмотрим, что там. Тут кого ждать? Пост? Ага, да, тут такие поперечки, можно ходить, можно жить. Уже какие-то ну, мошки конечно, летают, я вижу. Продумала. Как-то чинить. Сделано. Тут можно вот третий этаж настроить еще, кстати. Ну вот мы залезли, разобрали. Вот такие мы блогеры. Что это такое? Копать. О, Господи, это проводки. Я думала, змея какая-то разноцветная. Ледня обкакалась тут. Ну все, смотрите, какой я высоты, между прочим, стою. Нехилость такой. Все, вот так вот. Вот так контент делается. Фунзи, ты готов к проживанию?